Что тут? Антон, не надо дистанции бить. Смысл зайти в ближний бой и там отработать. Дистанции, что махать-то? Смотрится, как колхозник замашешь тут. Для меня самый дорогой ценный пояс, ну, как вы понимаете, тут написано World Champion. Это тот пояс, за который, в принципе, я и воевал, и провел свою всю карьеру. Я хотел стать чемпионом мира, вот это как раз самый тот чемпионский пояс. С этим поясом тоже связана небольшая история. Если вы заметили, видите, есть небольшая такой брак на этом поясе. Когда тебе вручается пояс, и если вы видели бой, то мне вручили целый пояс, хороший, нормальный пояс. То пояс был моего соперника, бывшего чемпиона. Потом его в раздевалке забирают, и тебе должны через какое-то время прислать новый. И вот мне прислали пояс вот с таким браком. Видите? Вот ни у кого такого нет. У всех есть целый, а у меня, видите, с браком. Вот. Поэтому вот я что-то поначалу хотел заменить его. Мне говорят, да-да-да, заменим. И так это все. В общем, никому это нафиг не надо. Следующий пояс – это Всемирная боксерская ассоциация. Это пояс Интерконти, интерконтинентальный пояс чемпиона мира. Тоже очень важный пояс. Этот пояс я завоевал в бою с Дэнни Гарсией, с чемпионом мира. Вы, если увидели этот бой, очень такой показательный бой, где я там печень и голова, то есть очень красиво провел, очень красиво выиграл. Четкая, расчетливая комбинация по высоте. Правый крюк, левый удар по печени и дублирующий правый крюк. Этот пояс я завоевал в Лос-Анджелесе. Был, я боксировал в Степл-центре, где играет Лос-Анджелес Кингс, команда хоккейная. И Лейкерс играет, такая знаменитая баскетбольная команда. Вот именно в этом дворце я завоевал этот титул. Сейчас эти пояса лежат в моем клубе, где я тренирую. Если бы я, когда боксировал, пробовал уже тренировать, ну вот как сейчас я работаю тренером, то, наверное, бы я намного бы лучше боксировал. Потому что то, что я делал в ринге раньше, я это делал неосмысленно, еще раз говорю, я не понимал многие вещи. И когда меня ребята спрашивают, а зачем тренер вот это делать? И я думаю, правда, зачем? И начинаю все это прокручивать и думать, блин, насколько это все гениально, насколько гениален был мой тренер Лебедев Игорь Михайлович, который мне это давал. И я это все пытаюсь передать уже ребятам другому поколению. И думаю, блин, ну просто уникально, действительно уникально. Просто некоторые вещи делал просто вот на автомате, спонтанно. Просто тренер говорил, надо это делать. Я ему верил и делал. И мне это получалось. А сейчас я понимаю, зачем, для чего и почему. Мы дали слово. Могилу пришли, сказали, Михалыч, вот тебя мы больше с нами нет, но мы тебе обещаем, что вот мы вдвоем снова пришли, сказали, мы тебе обещаем, что мы станем. И мы стали как бы, ну, чемпионом мира, это, конечно, вообще соизмеримость. Ну, в те времена, когда мы вот в этом замесе были, когда вот эти менеджерские, у нас очень все сложно было, у нас не было команды, у нас мы сами двигались. Что да, я один, Рома один, мы сами двигались, нас кидали, нас все брали, аферисты там все пытались нас денег, ну, было очень сложно. Поэтому, конечно, Лебедев, вот, только благодаря ему все. Спасибо тебе, Михаил. Да. Вы помните, наверное,
Коля Валуев стал чемпионом мира. И про него выпустили книгу. И эта книга завоевала там все мысли и немыслимые награды. А я вот как раз вот только утратил титул, но хотел по новой боксировать. И мне предложили там же написать в этом издании книгу. Писали контракт, стали писать эту книгу. И главный редактор, который очень хотел эту книгу, на него покушение. И он до сих пор лежит живой, непонятно. Ну, в общем, остальные говорят, а нам нафиг эта книга не нужна, нам уже не интересно. Ты не чемпион, поэтому мы не хотим ее писать. Если даже взять книгу Николая Валуева и мою, то разница в том, что вот ему нельзя было указывать всю правду, а мне некого бояться, и я писал только правду, и это очень интересно. Возникла идея издать эту книгу действительно самому, потому что, ну, она нужна просто, эта книжка, действительно. Единственная проблема большая в настоящий момент, не могу никак найти издательство, где ее выпустить. Просто вот не понимаю, почему. Все говорят, все после прочтения моей книги говорят, это просто бомба, это круто, по ней фильм надо снимать. А дальше этого ничего не идет. Когда я здесь стал чемпионом Европы, я отстоял там раза три, наверное, да, это звание. Началось такое, что меня начали избегать просто. Ну, не с кем стало боксировать. Скажем так, а боксер живет, ну я жил, по крайней мере, от того, что вот я отбоксировал, я заработал на свою работу гонорар какой-то, я живу. Нет боев, мне никто ничего не давал, у меня не было ни зарплаты, ничего, вот, чисто вот от боев я получил, заработал. Нет боев, я сижу голодный. Поэтому, когда началось, что один соперник, второй, третий, который должен был боксировать со мной, начал отказываться по каким-то причинам, вообще непонятным. Я понял, что я перерос в Европу и надо ехать завоевывать мир. И я еду в Америку. Америка особо никого не ждет. Если все думают, что там булка с маслом, то совсем наоборот. Жесткая, циничная страна на самом деле. И выживает там сильнейший. Поехали на прием к Данкенду. Когда уже начали подписывать контракт, что бы я ни спросил, ну все настолько сладко и хорошо. Я говорю, а бонус будет при подписании контракта? Да, бонус будет. Я говорю, а сколько? Будет хороший бонус, ты не переживай, вот сейчас ты увидишь, все будет в контрактах. Я говорю, а сколько боев? Боев будет, 3 боя у тебя будет. В год это минимум. Думаю, ну, вроде нормально, все хорошо. Вот все, что не спрошу, вообще все так сладко, все классно. На самом деле было не 3 боя в год, а 2. Было не там $60,000 за бой, а 25 минимально. Контракт был не на 3 года, а на 5. То есть получилось так, что они переводчика отвели в сторону, дали ему $20,000 и сказали, переведи этому парню так, как он хочет слышать и видеть свой контракт. Ну, то есть, просто купили переводчика, и тот подставил меня. Надо учить английский, и тогда вас не обманут. Ну, по крайней мере, будет обмануть уже гораздо сложнее. При выступлении в Австралии я получил травму, я там проиграл бой в 12-м раунде, пропустил ряд таких тяжелых ударов. И именно ночью у меня началась сильно болеть, очень сильно болеть голова. И вызвали скорую помощь. И увезли меня в реанимацию, положили. Я 3 дня пролежал в реанимации. Когда сделали снимок головы, то обнаружил, что у меня кровоизлияние в мозг, у меня лопнул сосуд. И кровь там пошла в мозг. И врачи сказали, если кровь не остановим, то будем делать трепанацию черепа, то есть резать голову. На что я просто напугался, конечно. Но кровь, слава богу, остановилась. Дальше не стало кровоизлияния. Не пошло. Я 3 дня пролежал в реанимации, потом меня выпустили. Я еще 2 недели жил в Австралии. Не мог оттуда улететь, потому что было противопоказано после такой травмы садиться в самолет. Врачи сказали, что любой пропущенный удар, я могу просто погибнуть. Вот. Ну, поэтому не хочу рисковать, не хочу себя подвергать опасности, так как на мне лежит просто большая ответственность за моих родных, близких, детей, за мою семью. Поэтому
Когда меня просят с кем-то постоять в паре, я вежливо отказываюсь, что, ну, не от того, что я боюсь. Поверьте мне, я этого не боюсь. Ну, просто оно уже ни к чему. Появилась идея открыть школу бокса. До сих пор я ищу помещение. Чем больше их будет по городу, тем лучше. Я не ращу чемпионов. Я даю просто здоровье людям, уверенность в себе, чтобы они могли постоять за себя, за свою семью, за нашу родину, в конце концов, если это надо будет. Но это уже, я считаю, неплохо. Знаете, я никого не обманываю. Даю людям здоровье и уверенность. И получаю за это свои деньги. Раз, два, шо, во, опять идешь меня души. Раз, два, хо. Раз, два, хло. Хорошо. В перспективе я все равно займусь тем, что буду расти чемпионов. Это 100%. Но вот в данный момент я просто выживаю. Я живу и зарабатываю деньги для того, чтобы прокормить свою семью. У меня мама пенсионер, которой я помогаю. У меня племяшка сирота. У меня сын от первого брака, которому я помогаю. У меня теща, у меня настоящая семья, с которой я живу. Двое детей, куча репетиторов, спортзалов, и всех надо оплачивать. В общем, есть ради кого работать и зарабатывать деньги. Моя школа, моя политика, вот именно что я преподаю и пропагандирую, это не больше нанести ударов, а меньше их пропустить. Понимаете смысл? Можно нанести 20 ударов, 19 пропустить. Можно нанести один удар, ни одного не пропустить. Итог один и тот же. Ты все равно в один удар выиграл, что там, что там. Но вот эти 19 пропущенных ударов скажут на твоем здоровье. Поэтому хочу уберечь наших ребят, чтобы росла здоровая нация прежде всего. Удар! Сейчас получишь по башке, если не уйдешь. Раз, два, ушел. Молодец. Если хочется, надо пробовать. Не надо бояться ничего. Знаете, есть такие хорошие слова: на собственном горбу и на чужом. Я выничал понятие простое. Бессмысленно идти на танк с ножом. Но если очень хочется, то стой. И новый чемпион мира по версии IBF Роман Кармазин. Роман Кармазин. Чемпион мира из России.